Всем привет! Выбрался сегодня на рыбалку в незнакомое место на микроречку. Это такая кузьминская классика, попробовать что-то побросать, посмотреть, что будет. Потому что сегодня, по прогнозу, у нас последний теплый день. Плюс 6, плюс 7 температура воздуха. Осадков вроде бы нет, но просто сильнейший ветер, порывами чудовищный. И палку хочу потестировать новую. Это Nautilus T-Killer 4.14 тест и 2.21 рост. И написана спецификация, вот, Light Jig and Twitch. Вот всегда мне импонировал Nautilus тем, что они для новичков, да и не только, разбивают именно по сериям предназначения той или иной удочки. Так что посмотрим, надеюсь, что-то будет. Смотрите, оставайтесь с нами. Погнали. Заскрипело. То ли рюкзак, то ли сапог, то ли суставы. Ну тут мелко. Даже слишком мелко, перекат такой. Перекат, перекатище. Резко зацепил, думал, поклевка. Наверное, по яйцам глубина. Кошачьи яйца. На трава. Может, сейчас есть смысл попробовать воблер какой-нибудь погонять. Хотя тут такие коряги. Лучше головочку поставить полегче. Мужик сказал, что был удар у него. Но если он ходит здесь со спиннингом, это уже хороший пример того, что рыба здесь есть. Какая-никакая. И на супер крупную рассчитывать не приходится. Хоть на какую-то. Но вода здесь мутновата из-за того, что песчаная река в основном.
муть поднимается, и вода мутнеет от песка. А так уже это осень, середина ноября, вода должна быть, как ни крути, светлее. Пойду посмотрю, вон там есть завалы интересные, березовые. В машине ехал, 6 градусов показывало. Дует так, как будто минус. Смотрите. Шквалистый, шквалистый. Здесь поглубже. Так. Каким же лихом брать. Слушайте, парни, щука-то неплохая. Щука все позапуталась. Я как этот, как-то там у десантура или у кого говорится. Держись за воздух. Так и я полез здесь. Берега, блядь, просто оттас.
Фу. Ну такая, смотрите, щука. Фу. Адрик, блин, выстрелил. Я еще лес здесь, смотрите, какой берег. Справился без Ильича, конечно. Но в таких ситуациях. Самое, что ни на есть. Ну смотрите, какая щука. А здесь. Здесь я думал побольше будет. Килограмм 300, наверное. А? Сейчас взвесим. Кстати, парни, тот случай, когда офсет действительно сработал как надо. И вот когда щука так засекается за губу, за ус, она тогда уже на 99,9% будет сидеть до конца, пока вы ее не достанете из воды. Что сейчас взвесить хочу ради интереса и отпустить. Ну отдай ты груз. Я тебя выпущу. Ну, кило железно будет. Кило 400. Почти полтора. Щуку я люблю кушать, да как и многие. Блин, я ее, конечно, замучил в усмерть. Сейчас она оклемается. Но в такой речке забирать не буду. Тем более такая щука. Рука не поднимается. Во-во-во-во. Ну вода, парни, ледяная. Вот оно. Вот она, это пасть. Ну. Все, убежала. Вон она пошла. Фу, ну спасибо тебе. Адрика она мне, конечно, доставила. На падении. Резинку оторвала. Еще
вот здесь попробую. Перевязался. Эта струна в негодность пришла. Резинку она разбила. Такая подлюка. Кинул на солнце, прям ничего не видно. Тут совсем мелко. Можно, конечно, было облегчиться, поставить 4 грамма головку, она сама просится. Но ветер как задует порывами, что 4 грамма этих ни о чем. Дугой вытягивает, тонет долго. Плюс где мелко, вроде и нормально, а где чуть приямок, этого мало. Берега еще здесь такие. В одном месте нормальные, в другом месте посмотришь и думаешь, как бы вниз не уехать. Джик-джик, джик-джик. Палок полным-полно на дне.
за деревцо, как зацепилось звонко. Я даже думал, щучка. Но здесь обраточка интересная. Да только когда, на наш взгляд, место интересное, как правило, рыбы там не оказывается. Тут мелко в корягах, вижу уже. Дно песчаное с палками. Раз-два, 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 раз-два. Хотел правее кинуть, блин, боялся зацепить за эти кусты. Шнур ляжешь, ляжет, потом потянешь, не выпутаешь. Все, парни, завершил рыбалку. Пару часов порыбачил, пару-тройку. Сейчас даже посмотрю время. Время 5:00. День уже короткий, можно сказать, зимний. Быстро темнеет, что вы можете наблюдать за моей спиной положение солнца, почти закат уже. В 6 часов уже темно. Побросал наутилусом вот этим. Интересная вещь, конечно, но воблера я еще не бросал, потому что здесь много палок, коряг, а мне с джигом психологически легче распрощаться, нежели с воблерами. И воблеры нужно применять такие, которые будут с небольшим заглублением. Наверное, было бы лучше плавающие поставить. Но я делать этого не стал, потому что времени и так было мало. Пару километров реки изучил. В принципе, рыбу поймал. Рыбу неплохую для такой реки. Щука зависла на 400 кило. Естественно, рыбу отпустил. Из такой речки руки не поднялись забирать. А, еще забыл добавить, что взял тест такой неспроста, потому что палка в меру сухая такая на потрях. Хоть и написано, что она джиговая и твичевая. Но еще можно использовать для ловли головля. И вот весной я хочу попробовать. Она такая, ну, вроде сухая, но сухая в меру. Не супер такая прям голова. И комель достаточно живой, что позволит, в принципе, головля половить. Попробовать. Ну и тест, естественно, подходящий. До 14 грамм тоже вполне себе хватает. Все, теперь точно. Всем спасибо, парни, всем пока. Ставим лайки. А я пошел. Всем салют! Сегодня я на малую реку выбрался опять. Попробовать побросать. Что-то, может, щука какая-то отзовется, какая-никакая. Потому что прогнозы там уже неутешительные. Будет снег с дождем и похолодает. Так что может корка такая появится. Шуга за краинами, и уже будет не так комфортно ловить. Так что нельзя упускать времени. Все, погнали! Комплект у меня все тот же, Nautilus The Killer Light Twitch and Jig 4.14, тест у него и рост 2.21. А что под эту речку больше и не надо.
сидит. Ну, невнятная поклевка, конечно, такая. Ну что творит? Резинку-то мне отдай назад. Ну тут все, тут без вариантов. Ну такая. Не знаю, сколько тут, 500 грамм, если будет. Все, давай. Все, ушла. Здесь поклевка произошла, тащил так, думал корягу перетаскиваю. А она, бэм. Ударило так, я не сначала даже не понял. Разорвало окой. Вон. Растрепало. Все, ладно, значит, полоем еще. А это я уже хотел поймать негативную волну. Ходил, ходил, тут ничего нет. Думаю, как так, зря ехал, что ли. Да и погода поменялась кардинально от прошлого раза. Значит, сейчас еще здесь попробую. Поставила ворону в таком цвете, вот что ту резинку привела в негодность. Ну попробуем, я думаю, особой-то разницы нет. Резинка как резинка, тем более ворона, ее все хвалят. У меня там еще разные есть раки, бакси. Резины хватит. Здесь уже поинтереснее начинаются места. Кольца обмерзают уже. Поэтому надо кидать без конца, чтобы нитка была в воде. Если вот где-то я покидал, потом перехожу по берегу, все, кольца замерзают. Это уже дискомфорт. Это уже зимний спиннинг получается, а не летний. Все, завершил рыбалку в таком месте. Туда уже откровенно к деревне не полез. День короткий, ходить трудно. Сами видите, берега какие. Тут где-то есть тропа какая-то звериная, где-то нет. Лезть тяжело. Ну, благо, что ветра нет сильного. А так, в принципе, места посмотрел. Щука есть. Думаю, еще выберусь, может, один раз. Или, может, с парнями съездим, посмотрим где-то выше места, либо ниже. Потому что, ну, река перспективная, но, сами видели, места крепкие. Нужно с умом подходить. Тут вообще, по-хорошему, надо Техас бросать или Пятигруза покупать. Как они, проходимец от Петерцова или как. Так что так, не нули, то ладно. Что-то поснимал на ваш суд. Всем спасибо за просмотр. Не хвастанью еще шо и парни. До новых встреч.